Мне понравился этот персонаж. Хоть он и сложный. Так, все херня, давай по новой. О, я вижу мои любимые деревья в самом начале. Так. Ну, в принципе, когда мы первый раз играли, да, на запись, вот тогда... Ну, мы, по-моему, до зимы дожили все-таки. Не, в этот раз мы дожили до зимы. Просто я говорю, когда мы первый раз тогда играли без дополнения вот этого Train of Giants, мы вроде тоже там 3 или 4 раза начинали по новой. Так что все нормально. Я даже не помню, мы почему как бы померли в конце. Да вроде как же, так же как и сейчас, очень тупо. Ты побежал там что-то, какой-то херней страдать, я побежал какой-то херней страдать. А я буйвола пошел брить. Наверное, да. А они с красными жопами почему-то проснулись, обычно не просыпаются. О, бумеранг. 30%. Болото рядом. Надо найти место для базы. Сразу. Я не буйволов не вижу, мне это не нравится. Ну да, нам кашулики нужны. Ну, может быть, здесь мы сделаем холодильник наконец-то. Там есть какая-то круче штучка, чем холодильник. Которая замораживает еду? Там типа что-то ледогенератор, что-то такое. Типа, ну, возможно, я еду, неправильно прочел. Ну ладно, да, сейчас пока собираем всякое говно. Которое может пригодиться в путешествии. Ненавижу деревья, ненавижу. Особенно эти. Надо травы, палочек насобирать как можно больше. Особенно травы, она вообще с титанической скоростью уходит. Непонятно куда. Цветочки пока что не собираю, не имеет смысла. Да не, я не собираю, да, я вижу, разум никуда не идет, скажем так. Так, у нас опять, наверное, осень началась, да? Те же настройки, наверное. Ну да. Я бы что-нибудь изменил, сделал бы там, чтобы больше всяких монстров спавнилось. Всяких там типа пауков и так далее. Так, крот, а ну слышь, иди сюда, мясо. Я, кстати, сразу с мясом появляюсь. Что прикольно у этого персонажа. Звук такой был, ням-ням-ням. Че, наверх пойдем куда-то, да? Да я вот бегаю, где. Тут вроде как обычный лес. Первую ночь, наверное, даже с факелами пересидим. Я пока палки-то травку собираю. Самый стандарт. И морковка. Хотя крокпот у нас будет не скоро, чувствую. Но надо будет его сделать в один из первых, скажем так, самых главных моментов. Так, каменный биом. Камушек рядом есть, хорошо. А бумеранг что делает? Он просто как бы дальнего боя оружие и все, да? Он возвращается и может тебя стукнуть неплохо. Отличное оружие. О! Свиньи с рыба-людьми дерутся. Рыбка! А ты где? Лягушачьи лапки, отлично. Я наверх пошел. Наверх и чуть-чуть левее. А, я вижу. Свиньи бегают. Я еще факел нашел. О! А свиньи бегают, у свиней дома нет, прикинь. Бездомные свиньи, бедненькие. Да, тут два рыба этих человека, они просто стоят, у них тут рядом разрушенный домик. И такой, знаешь, как кусочек болота сгенерировался, и у них тут рядом дом сломанный. Забавно. Ой-ой, вас тут слишком много, парни. Давай на свиней на вас натравлю. Если можно. Я считаю, они не хотят со свиньями драться. А свиньи бегают, типа, слишком темно, они могут понять, что происходит. У них тут тупо дома нет. Бездомно, свиньи-бомжи. Я прыгнул в кроту. О, золото валяется. В кроту, говорю, в нору прыгнул. О, тут целое кладбище я нашел. О! Я там был. А, ты в эту дырку прыгнул, да? Да. Ну, давай, я прыгну. Где это мы появимся? Где-то как раз таки выше. О, крот, мясо.
Ты атакуй его. Ам-ням-ням, слышал? Слышал, да? Ам-ням-ням. Так, надо скоро где-то ночевать. Ну, факел есть. Можешь лес подпалить. Весь? Ну, да. Да зачем? Я помню, ты подпалил как-то один раз лес. Ну, он как-то странно горит. Паучки. Так, надо все-таки определиться, где базу делать. Вали! Мясо на полу не варится. О, камушек! Ну, алтарь. Ну, он сейчас не работает, ты просто его видишь и все, да? У кого, алтарь, да? Раньше он включался. It holds me back from Valhalla, то есть он позволяет мне не быть в Вальхалле. Так, это что такое? The departed for a great journey, Valrus Camp. Зачем ты тут все палишь? Да не я, блин. Действительно, а кто это мог быть? Кто-то. Ну не я, точно. Отвечаю, да? Ну. А, больше таскать не могу. Свинка загорелась. Что это? Ну вот так вот ночью сейчас пересидим, да? Нормально. Ой, дерево, сруби быстро дерево. Не хочу. Пусть загорается, мне устраивает. Давай. Фу. Было близко. Чем до сих пор дымится? Не знаю. Так, что нам надо сейчас? Место найти для базы. О, камушек. Есть у тебя кирочка? Давай я сделаю. Нам нужен камень для лагеря, как минимум. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Я как-то подольше получается. Да я просто много раз жму. О, грибы. Я, у меня не лезет уже. Не буду ничего пока собирать. Надо найти место для базы. Достаточно проблематичное дело, потому что хреново поймешь, где ее ставить. И где удобнее будет ее ставить. По идее, нам нужно бифала. Чтобы удобрять кусты там и прочее говно. Но мы их пока не нашли. Так, тут тупик. Ну и налево побежим. Больше вариантов как-то немного. К обратно? Ну типа да. Я немножко наверх побегу, а ты немножко вниз. Как-то так, два разделимся. Я вот по тропинке наверх пойду. Хотя она вроде... А, ну да. А, я нашел коней. О! Иду! Ого, тут свиньи с конями дерутся. Еще один алтарь. Ох, тут какое мочилово. Я иду. Где лошади? Ага, вижу. Тут лошади, как его, бык. Тут, ну не бык, я даже не знаю. Тут большая база. Тут что-то страшное происходит. Вон, тут деревья сносят. А, вот, вижу. Вот, там носорог или что это? Алтарь, да, я носорог, вижу. Ну это как... Так, шахматная фигура. Ставлю 5 баксов на лошадей. А куда сейчас он побежал? Собираем всех мясо. Кто кого убьет, всех мясо соберем. Я, если честно, я за свиней пока что болею и за лошадей. Ну, с лошадей шестеренки они точно хавать не будут. О, тут, кстати, вот эта броня валялась. О, флейта. Ну, не юзаю. Тут что-то в одном месте, блин, дофига всего. Опа. Рыба, лягушачьи лапки. Заберем. О, лягушачьи лапки можно захавать даже. Он там мочил его, видишь? Да вижу, надо мне присоединиться. Вальхалла ждет тебя, сука. Блин, неудобно драться. У меня, кстати, броня какая-то травяная. Да умри ты, тварь. А где носорог? Есть, одну завалил. А носорог, судя по пенькам, куда-то далеко убежал.
Вон, классно лес рубит, сейчас я на него понарываюсь, пусть лес порубит. Так, две шестеренки есть, сколько это надо было на... На холодильник одну. Одну? Ну вот, уже считай две есть. Я сейчас еще одну лошадь могу завалить, у меня... Шлем позволяет это помогай. Сделать. Помогай. Смотри, я на тут нарвался на нас. А он за тобой побежал почему-то. Направляй его на деревья. Я не знаю, я там сношу все подряд. Но он по прямой бегает. Не, он убежал куда-то. Он по прямой бегает. Что за жесть тут происходит? Я его тут сейчас один... Тут на один квадратный метр слишком много всего происходит. Надо ему, чтобы он мрамор снес. О, мясо. Ну давай, я сейчас попробую направить его на мрамор. Давай, на, давай, на меня, давай, давай. Меня тут разум падает. Воу-воу-воу, пусть тихо. Снес. Да, отлично. Блин, у меня тоже места особо нет. Свинку снес. Вижу. Воу-воу-воу, тихо. Мрамор снес. Он сам ее сносит. Тут мрамор, конечно, да, весь... Надо его будет собрать. А, ну снесешь, что здесь? А ну. Домики посносил свинячий. Молодец, отличный чувак. А алтарь не может снести. Ай-яй-яй, так какой нахрен? Тут целое поселение свинское. Ну не целое, 5 домиков всего, 6. Ну. О! До сих пор на него нарываешься? Не я нарываюсь, он на меня нарывается. Давай говорить правильно. Блин, у меня разум падает, мне это не нравится, мне вообще мало осталось. А ты там, где цветы, бегаешь. О, да? Чёрт! Так, я к свиньям, пожалуй, пойду. Надо у них тут ночь перед... Ой, пацаны, давайте, давайте. Драться. Да, тут целое реально поселение. Так, надо как-то разум быстро поднять. Мне надо сражаться, но мне это не особо помогает. Все равно разум падает. У меня он, там, когда ниже 30 будет, тогда будут они реальные, да? Или ниже 20. Нет? Не знаю, здесь стандартные поджоги делаю. Блин, а? Как говорится, пацаны, хата горит. Короче говоря, у нас на холодильник есть, предлагаю где-то тут, где-то рядом поселиться. Я тут, этот, короче, осенний лес этот подпалил весь. Где именно? Увидеть. Ниже поселения. Где будет один пепел. Вернее, не ага, пепел. Ага, вижу. Не, не здесь, чуть ниже. Блин, у меня разум падает, 28. Оно отсюда даже светло видно, видишь? Надо, короче говоря, сделать машину науки мне. Как она делается? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, одно золото, кстати, золото где-то там валялось рядом. И что еще надо? Лес камень горит, и доски. Лес горит. Ненавижу этот лес. Ну-ка, ну-ка. Тут сразу обработанный камень. Так, золото надо забрать. Где оно было? Ты его не забирал? Кого? Золото тут где-то было. Забрал? Нет. А где оно, интересно? Не знаю. Где-то тут было. Я его выкидывал, я помню. Лес, ты сгоришь или нет? Горит, все хорошо, горит. А мне все равно светло. Красота. Блин, у меня сейчас разум вообще будет в жопе. Так беги сюда. Куда сюда? Вниз. А цветочки надо собирать. Вниз беги. Бегу. Ниже свиней. И чё? Ничего. Можешь факел забрать. Нет, цветочки пособираю. Ой. Ой, что тут как-то ты слишком много поджег, тебе не кажется? Нормально. Так, я пойду немного опережу это все дело, хотя оно уже все сгорело. Цветы насобираю. Блин, их тут нет. Остались только пепелки. Да-да. Разума вообще нифига нет. Что-то его быстро себе посадил с этими чертовыми лошадьми.
этот страшный звук даже закрывает этот звук начала дня. Где все цветы? Где все цветы? Тут одни свиньи. Напрягает немного. Давай я отвечай на звонок, задолбал. О, свинка, привет, как дела? О! Енот! Сюда иди. А, подай ему что-нибудь пожрать. Я его ударил. Зря. Это кошачий хвост? Почему кошачий? Ладно, заберем. На самом деле он полезный. Ой, я сажал мясо монстров сырое, и мне слишком много раз его упало. Понял, больше так делать не буду. Говорю, зря ты его убил. О, охоту? Хочешь охотой позаниматься? Да не туда, куда бежишь. Да цветы я собираю. Это разум повысить. Надо срочно повысить разум. Я ничего не понимаю, куда? Назад. Понятно. А вон появился след. По кругу? Ну да. Так, надо где-то уже осесть, а то мы бегаем как-то, как идиоты. Как кочевники какие-то. Где след? А, ага, за деревом. Вот здесь. Блин, тут выжженный лес нахрен. Причем так по кругу выжженный. Ну да. Так, он где-то рядом. Вот он. Ну сюда иди, сука. Блу, подожди. Ну ладно. Пусть убегает. Блу? Загоним куда-нибудь. Надо его чисто ударить, чтобы он на нас побежал атаковать. Можно нарваться на этого. На быка. Ну, я даже так и сделаю. Подожди, бык тут или выше? Тут. Блин, лягушка меня бьет, тварь. О, а можно его в угол загнать? Носорог больше. Я сейчас в угол загоню. Давай, загоняй его. Так вот, там нету угла. Блин, а телефон разрядился. Не вижу, сколько времени серии прошло. Да блин, в угол, скотина. Наказан. Ничего, как это? Слон? Да. Со страха. Вальхалла ждет тебя, ублюдок. Дай его даже хоть пару раз стукну. Я себе тут разума нафармлю. Давай мясо насобираю, у меня 15-16 штук его. А вот это сожрем. Ой, хорошо! 52 разума, отличненько. Так, еще цветочки насобираем. Да блин, сколько у тебя разума? Не, мне не разум нужен, мне надо было хпшки. Так, надо где-то базу забасать. Какашка. Бежали вон там, где вормхол был? Или... даже не знаю. Нет, там тупик. Не надо там. Тут целый биом этого чертова леса. Даже не знаю. Ой, целый, да не целый. Я уже вижу. Отлично. Был и нету его, да? Да какой, блин, я знаю, что это Firewood. Не нравится мне тоже этот биом. Чертовы деревья, да? Так, с мясом все нормально. Кошачий хвост не знаю для чего, наверное, в жопу вставлять. Нет, как утепление. Можешь, конечно, и вставить. Ну я говорю, как утепление. А так полите. Я разум пошел повышать себе. Это два раза повышается. Так, шелк. Цветы выкинем. Съешь. А, ты есть не можешь. Цветы нет. Ты можешь их просто собирать. Да. Так, вот где-то здесь можно окопаться. Кстати, вот давай где-то вот пошли за мной. Я знаю местечко, где можно неплохо так зависнуть.
Ой, злые цветы, не хочу к вам. Разу-разу, моментально падает. Он где-то здесь, думаю. Тут как раз таки рядом с нашим порталом недалеко. Слева каменный биом. Небольшой, правда. Сверху могила. Надо могил будет повыкапывать, но у меня разума мало. Камень, камень. Блин, с камнем проблема. Надо говна пойти. Нет, вот в чем проблема. Как бы это глупо не звучало, да? Так и есть. О, мясо. Кстати, эти рыбы-люди сразу начинают влетать. О, со свиньями дерутся. Давай. Их, кстати, больше. А свиньи где? А свиньи тут без домов. О, еще охота. Хочешь еще поохотиться? Налево куда-то. Бедные свинки. Нету дома. Бомжи же, говорю. Бомжи-свиньи. Три поросенка. Так, камушек надо собрать. Так, куда-то налево. Ну-ка, пошли. Поохотимся. Мы тут могил, капец, какая пачка. Только они сейчас уже нам не нужны. По сути. Какая-то водичка. Типа кристаллики потом эти ледяные будут. Так, ты идешь на охоту? Да я иду просто. Вот, я тут рядом со следом. Блин, хреново то, что я не вижу, сколько времени прошло. 21 минута, отлично. Сейчас-то охотимся и, наверное, закончим. Ну, с видео. Блин, куда-то направился. Что показало плохое соединение. Скайп? Нет. Не скайп. Ой. Так, наверх куда-то. Сейчас еды тут наделаем, блин, капец. Ты меня то обгоняешь, то наоборот. То я тебя обгоняю, странно как-то. Да блин, куда он ушел? О, отлично. Сразу как светло стало. Ой. А куда? Давай заканчивайся, чертова ночь. Направо надо было. Блин, потерял. А, не, вон. У охотника глаз зоркий. Так, он где-то рядом. Кстати, я там читал где-то на Вики, что это может быть не только слон. Но это слон. Он сразу атакует? Нет, он просто так попытался убежать. Так, сейчас буду фармить себе разум. Толя, скотина, ну стой. Стой, сюка! Я буду фармить себе разум. Да блин, его... Вот меня это бесит. То, что я его пытаюсь ударить, он убегает. И как бы я не могу его ударить. Да блин, вот я жму на него, черт возьми. В этой игре нужна нормальная система сражений. Блин, вот куда его загонять? Вот... Нет, не туда, надо чуть-чуть правее. Да... А, вон угол. Да в угол, скотина. О, отлично. Ну что, некуда тебе бежать, ублюдок? Фармим разум. Отлично. Двойной заруб. Сейчас я еще хобот его съем. Он, кстати, восполняет и здоровье, и голод. Блин, у меня 27 мяса. Надо что-то с ним делать. Надо где-то базу делать. У меня как раз хватает, кстати, на костер. А нет, не хватает. Почти хватает. Да базу-то сделаем, а толку нету. Как уль нету. Потом найдем. Ну, один здесь. Так, золото. Некуда. Не лезет. Ну ладно. Где базу делать будем? Там вот там, где злые свиньи, наверное, рядышком. То фишмены или как их там называется? Ну да, рыба-люди или как-то так.
Воняет рыба, мне написано. Ой, он на меня хотел улететь, потом передумал. Ну, где-то вот тут вот давай. Сейчас. Где ты? Да тут, где каменный биом начинается. Вот где-то здесь, возле дорожки. О, тут вообще перекресток такой, вот давай возле перекрестка. Костер ставлю. Так,